показать, сколько я сделала за 3 дня. Посмотрите, какая уже красота. Ласюля бегает здесь довольная. В общем, пионы ухоженные. Здесь все ухожено. И замульчевала, и камушки расправила. И здесь тоже ухожено. Камешки еще. Мне вообще идея сделать самой вот такие вот камушки самой. Надо песок и цемент. И у меня есть гравий вот такой. Я хочу сама сделать. Сейчас покажу. В прошлом году вот тут вот у меня, видите, вот здесь вот ландыши. Здесь была вся, была огромная-огромная такая площадка, ну, вот такая лужайка. И я их пересадила вот сюда назад. Смотрите, я все замульчевала. Это вчера и сегодня. Вот ландыши. Все растет. Ландыши растут. Посмотрите, у меня 3 этих вот. Вот здесь вот все ландыши. Вот здесь ландыши. Вот они. Значит, и вот здесь вот ромашки. И это будут ландыши. И они же плотненькие. И не будут огромных сорняков, потому что они низенькие, плотные. И вот ландыши. Вон я очищаю старые листья с ручейка. И здесь тоже выросли ландыши. В общем, ничего не пропало. Все, что в прошлом году посадила, я пересадила ландыши, они выросли. Здесь замульчевала. Это хоста сегодня. Здесь замульчевала. Этот куст надо еще подрезать. Вот тут вот он растет. А здесь прям красота. Это готово. Вот эта грядка готова. Это пусть еще подрастет. Я ее доделаю. Ведь она так наполовину готова. Это тоже наполовину готово. Здесь еще есть ромашки некоторые. Вот с этой стороны. Я хочу их пересадить вон туда вот. Чтобы здесь другие какие-то цветы. И вот здесь вот кругленько, наверное, ставлю небольшой такой участок ландыша. Это радует. И здесь я посадила. Это замульчевала. И здесь я посадила вот такой вот куст. Он должен цвести белым. И тюльпаны я посадила вот здесь вот красные. Должны выйти красные тюльпаны. В общем, я очень довольна. Сегодня 28 апреля. И вот такая вот красота.